Всем привет! Это игра Demon Slayer на платформе RBK Games. 31 августа на всех серверах у нас проходили викторины, посвященные окончанию лета. Разыгрывались промокоды. Я заметил, что некоторые игроки спрашивали, что такое промокод и куда его вводить. Поэтому, собственно, решил записать это видео. Но для тех, кто знает, как активировать промокоды, я расскажу, где их можно получить. Промокод – это код, состоящий из набора букв и цифр, при активации которого вы получаете подарочный набор. Активировать его можно в событиях, во вкладке «Призы за события». Вот в этом поле вводим ваш промокод и нажимаем «Обмен», после чего вам придет награда на почту. И если же этот промокод использовался кем-то другим, то вам напишут, что промокод уже использовался. Хочу заметить, что промокоды с одинаковым содержимым можно использовать только один раз на одном сервере. Если вы попробуете активировать второй раз промокод с одной и той же серией, то есть с одной и той же наградой, то у вас появится надпись «Сделать кнопку неактивной», и вы ничего не получите. Так вот, промокоды бывают абсолютно разными, с разным содержимым, но вы их получаете абсолютно бесплатно. Это примерная стоимость содержимого. 300, 500 и 1000 рублей. 31 августа в игре разыгрывали самые простенькие промокоды ценой 300 рублей. Ну, победили практически все участники на нашем сервере. Бусинке удалось выиграть один промокод. Давайте послушаем, что она получила. По-моему, в моем промокоде был приказ империи. Синее пламя 25 штук. Святая вода золотая. Кажется, 5 миллионов. И подожди, сейчас вспомню. Випка на 7 дней и духовный союз тоже на 7 дней. Да, это был промокод ценой 300 рублей. Есть более ценные промокоды, но давайте все-таки рассмотрим, где их можно получить. Промокоды можно получить в группе RBK Games Telegram. Для того, чтобы присоединиться туда, нужно скачать Telegram, либо воспользоваться веб-версией. Ссылки на группу есть на форуме RBK Games, а также в соцсетях, в группах RBK Games. Вот так выглядит чат RBK Games Telegram. Здесь вы можете общаться с другими игроками, модераторами и администрацией RBK Games. Участвовать в конкурсах, выигрывать монеты, а также получать промокоды. Ежедневно, в течение дня в чате появляются промокоды, которые вы можете переписать все события и получить награды. Также вы можете посмотреть предыдущие промокоды. Для этого надо ввести вот такую вот надпись, нажать Enter, потом снова нажать на эту надпись и поискать себе промокод. Возможно, вам повезет и промокод не будет использован. Также промокод можно получить, читая новости Demon Slayer на RBK Games. Для этого просто читаем каждую новость о событиях. И в одной из них, возможно, увидите промокод. Вот, допустим, открываю новость, листаю, вот и промокоды. Отсюда его переписывайте к себе в события и получаете награду. Также на форуме RBK Games проводятся конкурсы, где разыгрываются промокоды. О начале таких конкурсов обычно объявляют модераторы в чате. 31 августа был такой конкурс, разыгрывалось 18 промокодов. Также, подписавшись на группу RBK Games ВКонтакте и YouTube, вы можете выигрывать промокоды. Ну что ж, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца, и всем пока!